Дагестанский боксер Заур Абдуллаев проведет бой после почти годичного простоя. 22 августа поединок с участием каспичанина возглавит турнир от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. На счету Абдуллаева 11 побед при одном поражении. Сейчас он на 6-й строчке рейтинга WBC. Последний раз боксер дрался в сентябре прошлого года с американцем Дэвином Хейни. В бою за титул временного чемпиона мира он получил перелом скулы. И рефери в четвертом раунде остановил поединок. Абдуллаеву потребовалось больше полугода, чтобы восстановиться, поэтому предстоящая встреча станет для него возвращением на ринг. Соперником нашего спортсмена станет обладатель пояса чемпиона Евразии Павел Маликов. Турнир пройдет без зрителей на арене Академии единоборств РМК.